Надежда, как съездили, по-твоему? По-моему, отлично съездили. Хоть и не поймали сазаны сегодня, но мы классно отдохнули. Да. Выспалась? Очень. 6 часов сна прям на природе достаточно. 6 часов непрерывного сна. Да, 6 часов непрерывного сна. Глубокого. Наверное, по часам надо посмотреть. Да. В общем, вот, опять же, тем, кто ждал много вываживания рыбы, сегодня не было. Зато в этом видео куча всяких красивых кадров, утренних, вечерних. Смотрите, впечатляйтесь, надеемся, вам очень понравится. Такая консистенция липнет и потом хорошо разваливается. То, что нужно для флета. Вот такая вот оснасточка. Все так миниатюрненько, поводочки по 4 сантиметра, максимум по 5. Пенопласт, который мы используем для ловли вот на эти соски. Ну, он тут лежит в коробочке от Беллов. Вот такие вот. Не очень крупненькие, чтобы крючок не поднимало, а просто делало легче. Моря полно. Кстати, сейчас как будто меньше стало. Ну, все равно полно. Ну, все равно, да, много, но чуть поменьше. Соловей классный. Папчик плавает у нас на весь поводок. Сейчас притопим его грузиком. Ну, вот здесь мы видим, что крючок стоит на жале. Примерно вот так это будет выглядеть на дне. Ну, все, будем пробовать. Сначала вот так получается. Пойдем сюда нашу оснастку. Засыпаем ее прикормкой. Ну и потом вот таким вот образом вкладываем флет сюда и вдавливаем его. Ох, еще комары не ели, было вообще отлично. И получается у нас вот такая вот штука. Там внутри спрятана наша насадочка. Все. Поехали закидывать. Ночью возле костра вообще
здесь руки погреть. Надежда. А, Надежда. Ты ушла куда-то, что ли? Да. Тишина, спокойствие. Такая умиротворенность. Все еще удивительное место. Там церковь Караишева. На улице уже ночь. Без 15:11. Класс вообще. Прям класс. Много животных. Куча всяких птиц. Все летает, все крякает, все кряхтит. Везде лягушки, рыбы прыгают. Красота неимоверная. Туманчик над озером. Очень красиво сейчас прям. Смотрится как с картины.
Ни одной поклевки за ночь. Все как стояло, так стоит. Вот такой вот у нас сазан привереда. На берегу тоже вроде никто ничего не поймал. Так, сидим пока, ждем. Время 4 доходит утра. Скоро уже собираться надо будет домой. Через пару часов. Пока без результата. Уже часок как не сплю, может даже больше, удочки переставил, пока ровно ноль, вот такой ноль, ничего абсолютно,
Опять сегодня такой день. Зато в полной мере насладился утром. Утро, конечно, шикарное. Тихое. Рыба плещется везде просто. Непонятно, почему она не клюет. Ну, это как всегда непонятно, почему она не клюет. Но зато плещется она стабильно, крупная и много. Время пока еще есть. Пару часов, наверное. Будем ждать. Здесь вот в 10 метрах есть такое озеро. Симпатичное. Вот очень хочется попробовать здесь на поплавок. Что, в общем-то, я и сделал. Каждый раз, наблюдая за таким утром, поражаешься, что мы в 90% случаев, а может быть 95 или 97% случаев всего этого не видим, не бываем здесь и вообще спим в это время чаще всего. А красота неописуемая вокруг. Все утро просто хожу и наслаждаюсь каждой секундой, каждым моментом. Просто обалденное утро. Внимательно наблюдаю за всем берегом. Много рыбаков сидит. Сидят и на соседнем месте, и после нас. И там еще человек, наверное, 5-6 до нас. Ни у кого. Ни звоночка, колокольчика, ни сигнализаторов, ни разговоров, тишина, все утро. Ни у кого никаких движений в плане рыбы нет. Сосед поймал одну какую-то там сорожечку такую, грамм на 100. Вот, больше ничего не было. Очень странно, но хотя такое часто бывает, когда тебе кажется, что погода идеальная для ловли рыбы. А вот для рыбы она не идеальная. Рыбе она, похоже, не очень нравится. Ну или какой-то другой фактор ей не нравится. Нам ведь тоже часто не угодишь. Посмотрите, какая зеленая трава. Прям зеленющая. Природа сейчас в самом-самом соку. Все только-только возродилось, все только-только проснулось после зимы. Вот такая вот красота вокруг. Thank you.
Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Отлично. Это Соня наша. Да. Я люблю поспать на природе. Надо другое место искать. Ну да, нужно искать рыбу, согласен. Ну, мы же так выезжаем вот по вечерам. После работы, перед работой. Сейчас быстренько же в душ и на работу. Ну да. А когда будут полноценные выходные дни, пару дней подряд, поедем искать, будем ездить по местам, пробовать там, здесь. В прошлый раз мне понравилось, кстати, мы так делали. Мне очень понравилось. По той стороне цапли. Вот. Такое, а сегодня так. Утро. Сегодня, наверное, не цапля, это какой-то хищник крупный. Опять уточка ищет там? Ну, наверное. Кушать ищет. Еду себе. Блин, я все время забываю, в какую сторону. Ага. Арбайт. Его дергают, еще нет. Чем это? Опять фидерная оснастка еще. Есть? О! Вот такой подлещик. Симпатичный. Как вам? Я была под своим спальником, но мой спальник все равно свет пропускает. Хотелось прям вот подольше спать. И все, ты вышел, и я твой спальник натянула, он же черный, с головой натянулась полностью, и все, у меня опять ночь, я еще же не сколько, пару часов, наверное, поспала. Ты во сколько встал? Я в 3. А, ну, почти 6 встал, я еще 3 часа поспал. Я встал в 3, да, рано. Субтитры
негатив плюс 25 дней. Сегодня день вообще не для того, чтобы торчать в офисе. Что мы собираемся делать? Торчать в офисе, просто, понимаете, Сима? Сегодня день для того, чтобы торчать на Мёше под зонтиком. Но мы почему-то собираемся делать совсем другое. Ну, видать, такова жизнь. Че, опять поклёнки, ничего нету? Шевелёночки. Да. Ладно, не каждый раз жребий клевать. Мы с тобой неплохо ловим. Собрали 2 мешка мусора. Там еще 5 мешков, наверное. Люди что думают? Что за них кто-то есть, который, ну, человек, который приедет сюда и вот это все уберет? Ну нет ведь. Вот кто эти люди, интересно? Что за свинтусы такие? Почему нельзя за собой, ну, хотя бы то, что ты сам привез, убрать, не бросать здесь, увезти в город до мусорного ящика? В чем проблема, вообще непонятно. Просто вот под куст навалили кучу мусора, и весь этот мусор, ну, по сути дела, это в большей своей массе это упаковка от рыболовных товаров, от червяков, от опарышей, от всевозможные пакеты, от прикормки, ну и там вот, да, тара от алкоголя, стекло, пластик, все накидали. Ну это кошмар просто вообще. Нажгли вот кострищ здесь вот, ну, оно уже подзарастает, опять навалили. Я вчера убрал здесь весь этот уголь из мангала вместе со всем мусором, с остатками. Весь берег сплошные кострища. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Одни кострища. Просто везде. У самой кромки воды. Кому-то, наверное, было темно, крючки, что ли, привязывать. А здесь вообще кошмар. Кто-то ведь не поленился. Посмотрите, вот люди вырыли лопатой ямы. Вот эту. И вот эту. Здесь устроили склад мусора. Просто и сюда складывают. Как я вчера отсюда выложил целый мешок. Ну, там еще целый мешок остался. Вот такая вот свинская культура у наших людей. Вот в таком вот прекрасном месте. Просто замечательном месте вот таком вот. Они берут и гадят. Неужели это так сложно понять и не делать просто? Надежда собирается. Такой легкий ветерок раздул. Ну, наверное, на камере будет нормально слышно. Было классное утро вообще. Супер просто. Шикарный вечер. Я классно поспал, что не каждый раз случается на рыбалке. Вот. И в этот раз вообще прям отдых. Класс. Теперь можно вот бодрым, заряженным ехать сейчас на работу, отработать рабочий день. А вечером, глядишь, может быть, мы окажемся еще там, на даче у себя, может быть, постоим на фидер, на фарватере, на Волге. Вот. Надеюсь, вам видео понравилось. Тут, если кто-то приходит посмотреть видосы, как рыбу вытаскивают одну за другой, тащит там. Ну, блин, да, сегодня не такая рыбалка. А суть рыбалки вот именно в том, что побыть в тишине. Мы вчера здесь место искали, чтобы людей рядом не было, прям вот под боком, чтобы побыть просто наедине с природой. Нашли, отдохнули. Вот для нас это самое главное. Для нас это вот важно. Остальное, рыба, это, ну так, приятный бонус, если будет. Мы, конечно, усилия к этому прикладываем. Там на той стороне в камышах постоянная возня. То есть там постоянно то ли кто-то кого-то жрет, то ли еще что-то там происходит. В общем, эти всплески, не знаю, слышно ли на микрофон, но ухом их хорошо слышно даже при этом ветре. И это продолжается все то время, пока мы здесь находимся. Мы находимся здесь уже больше 12 часов, наверное.
Давай, сниму, нагни немножко ко мне. Что там, крупное что-то? Ну да, как у тебя был. Дашь подсак? Да. Ну, это поменьше. А, это густыря вообще? Да, ее вообще так можно, наверное. Почти что. Слушай, ну густыря нормальная такая. Напоследочек нам. Это не тихо стоять. Перед отъездом. На червячка. Ой, ой. Аккуратней. Во. Во, Надежда. Смотри, ее это. Щука покоц. Да, есть что-то у него вот. Кто-то его хватал, видать. Хищник какой-то. Ну ничего, рыбка хорошая. Неплохая такая, толстенькая, с пузом. О. Ну все, пойдет сейчас к своим собратьям. У нас там пара штук уже есть. Ух. О, сидят друзья. О, лещ, похоже, нет. Он еще дышит просто кверх ногами. Кверху брюхом. Все, рыбалку закончили. Слушай, ну уезжаем мы не пустые. У нас есть рыбка. У нас такой нормальный зачетный подлещик и две достаточно крупные густерки. Нам подойдет такая рыба. Мы возьмем подлещика закоптим, наверное. А густеру засолим. У нас там есть уже соленая рыба. Добавим ее и скоро повесим сушиться. Потом будем трескать ее с квасом.